Гомельчанин напал на сотрудниц инспекции по делам несовершеннолетних. Наряд департамента охраны усмирил нарушителя. Правоохранители получили сигнал. На улице Пениськова 39-летний мужчина набросился на сотрудниц ИДН, когда те посещали неблагополучную семью. Хозяин квартиры с порога стал угрожать милиционерам расправой и собирался натравить на них собаку. Одну из сотрудниц ударил по голове. Когда наряд охраны оказался в квартире, мужчина продолжил агрессивные нападки. Пытался прогнать правоохранителей деревянной палкой. С помощью наручников дебошира усмирили. Возбуждено уголовное дело.